Команда футболистов из детского дома вернулась из Сочи. И сразу на ковер главе администрации за благодарностями и поощрением. Мальчишки стали финалистами всероссийского турнира «Будущее зависит от тебя». Это уже огромное достижение, ведь пройти пришлось несколько этапов отбора. Если будем мы растить вас, и вы будете играть за нашу страну, за Россию, то мы будем побеждать на всех соревнованиях в мире. И в это будем помогать мы. Будущее зависит от тебя. Масштабные соревнования, которые охватывают воспитанников детских домов со всей страны. Сначала футболисты соревновались на краевом этапе, затем региональном, и лучшие приехали в Сочи. В олимпийской столице проходил финальный тур. Со слов тренера, сложнее всего уссурийской команде было играть в подгруппах на дальневосточном этапе. В нашей группе, значит, была команда «Ангарск», которая в том году была лидер в Сочи, и нам пришлось с ними первыми встретиться. Но мы с ними сыграли ничью. Дальневосточный финал уссурийская команда выиграла со счетом 5-1 и получила путевку в Сочи. В олимпийской столице мальчишки вышли из подгруппы, но вылетели из розыгрыша в четвертьфинале. Команда уссурийского детского дома оказалась в середине турнирной таблицы. 8-я из 16 со всей страны. Результат достойный уважения.